Улица Воскресенская – одна из поперечных в Старой Самаре. Может быть, как раз это обстоятельство сделало ее не везде и не во всем гладкошерстной и мягонькой. Случались на ней и истории криминального характера, умолчать о которых было бы и досадно, и несправедливо. Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».